Самое интересное, что я гениев стал различать. У нас в школе училась Дина Магомедова, ну, старше меня на несколько там лет, в другом классе постарше. Она гениальные вещи такие пишет в литературе. Она профессор в Москве, работает в институте, в университете. Профессор. Она написала такой текст интересный о супертексте и об идеальной детали внутри текста. Очень интересное литературное исследование. Ну, вы сами почитаете, когда заинтересуетесь. В свое время мы дружили с Бройдманом Самсоном, который меня посвятил стихотворную сказку Мандельштама, как он писал стихи, гений Мандельштам. Софья Михайловская, а брат ее Валерик со мной вместе в одном классе учился. Софья Михайловская. Она теперь работает по реабилитации, по полной реабилитации и с Димой. Они пытаются восстанавливать людей, которые без рук или без ног. Ну, представляете, полная реабилитация – это когда восстанавливаешься не только переходишь из стадии выживания на стадию созидания, когда не только ты адаптируешься к своим новым ограниченным возможностям, но и развиваешь себя. Да-да, я только стал узнавать их. Сейчас, когда сам гений, вы знаете, пока вы не станете свободными, вы не понимаете, в какой вы несвободе находились. И даже этих же самых людей вы видели 100 раз, но вы не понимали и не слышали, о чем они говорят. А вот когда вы сделаете пару раз разгрузку на нашем вебинаре, выйдете на состояние свободного сознания, когда общая картина мира не мешает вам в сосредоточенности на частности, когда текст в контексте, и видите истину, и когда вот идеальная деталь вот какая-то не мешает видеть картину в целом, и вот там происходит их синергетика, и там вы создаете новое. Это очень интересно. Увидите на нашем вебинаре. За мной.